Без вывески, графика работы, подпольно и, вероятно, по ночам. За этими дверями работал микроцех по производству ликеро-водочных изделий. Организовали его двое жителей Рузаевки. Для этого подозреваемый вместе со своей знакомой закупал в соседних регионах спирт, пустую тару, пробки и оборудование для закатывания. После в гараже разливал жидкость по бутылкам. Вместо привычных федеральных акцизных марок на тару клеили внешне схожие акционные марки. А далее спиртосодержащую продукцию упаковывали в коробки. При этом часть изъятых спиртных напитков мужчина приобрел уже в готовом к реализации виде, также на территории соседних субъектов. Бутылки с известными наименованиями и производителями, но сомнительными жидкостями планировали сбыть в Мордовии как оптом, так и в розницу. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в гараже и частном доме жителей Рузаевского района полицейские обнаружили пластиковые емкости, в которых находилось более 350 литров спирта, 278 литров водки, 556 литров коньяка, более 40 литров виски и текилы, винтовые пробки и более 1670 пачек сигарет. Часть контрафактного товара все же попала на полки магазина. Продукция была найдена в нескольких торговых точках города железнодорожников. Обнаруженная спиртосодержащая жидкость и табачные изделия направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полиция Мордовии накануне новогодних праздников, когда попытки сбыть контрафакт возрастают, просит всех, кто располагает информацией о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, сообщать по телефону 102. Анастасия Семшева, программа «Происшествия».